Привет всем, это Корни ТВ. Сегодня я вам покажу еще один маленький тюнинг. Может, не тюнинг, но... Итак, все знают, что пепельница сзади на бороде не всегда горит. Зачастую стоит лампочка, и она перегорает. То есть, а поменять ее, она как бы одноразовая продается, должна продаваться вместе с этим штекером. Я чуть-чуть подпилял, как видите, основу крепления. Сейчас, секунду, фокус. И припаял вот такой вот диод красный. Ну, можете себе синий, можете белый. Кто хочет, может себе обратно обычную лампочку припаять. То есть вот так вот, один там резистор, чтобы оно все на 12 вольт светилось. Ну и сейчас поставим, покажу, как оно светится. Итак, вот она стоит, она просто защелкивается, там видно куда. Ничего тяжелого такого нету, без проблем она сюда встала. Ну, будем включать. Вот так вот она светится. Конечно, на телефон снимать это. И установим сейчас саму пепельницу, и я покажу вам, как она светится. Так, поставили пепельницу, включаем. Вот вот так вот плавненький свет. Пепельницы тоже подсветка светит. Кому понравилось это видео, есть вопросы или что-то еще, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комменты.